преддверии эпидемиологического всплеска в Брестской области, как и во всей стране, проводится массовая иммунизация населения против гриппа. Практика прошлых лет показывает, что этот способ борьбы с заболеваемостью наиболее эффективен и экономически выгоден. В 2012 году проведенная вакцинация дала значительный экономический эффект. На каждый вложенный в вакцинацию доллар было получено экономический эффект в размере 4 долларов США. Однако в связи с тем, что не все были привиты, в области потрачено 337 миллиардов белорусских рублей на лечение осложнений гриппа и острых респираторных инфекций в период сезонного подъема заболеваемости и на выплату пособий по листкам временной нетрудоспособности. Ежегодная вакцинация против гриппа – лучший способ защиты от серьезного заболевания. Наиболее благоприятное время для того, чтобы привиться – 2-3 месяца до начала подъема эпидемии. К этому моменту организм уже создаст иммунологическую память к возбудителю инфекции, а значит, вероятность заболеть снизится до минимума. С целью сохранения здоровья нашего населения нам необходимо создать иммунную прослойку, которая позволит предотвратить эпидемию в предстоящий сезон заболеваемости. Для этого в области необходимо привить более 500 тысяч населения. Из них почти 280 тысяч будет привито за счет средств республиканского бюджета, за счет вакцины, закупленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Около 143 тысяч будет привито за счет средств местных бюджетов и около 100 тысяч населения необходимо привить за счет средств предприятий. Осуществляют вакцинацию не для того, чтобы избежать заражения, а для того, чтобы меньше было осложнений. Ведь последствия гриппа коварны и не щадят никого. Наиболее частые осложнения – это осложнения, касающиеся дыхательной системы. Это, в первую очередь, вирусная пневмония, которая дает наибольшую летальность среди населения. Ну и бактериальные осложнения, которые тоже касаются респираторного тракта. Это вторичные бактериальные пневмонии, отиты, синуситы. Для госпитализации пациентов есть определенные показания. Не каждый пациент с гриппом должен быть госпитализирован. Это в первую очередь лица детского возраста госпитализируются, пожилые люди, беременные женщины, которые относятся к группам риска, а также лица, которые имеют осложненные формы гриппа. Здоровье – это главное, что у нас есть. Его можно легко потерять, не позаботившись своевременно о его сохранении.